ты бежишь, иди в жопу! Какого фига меня преследуют? Мне нужно прятаться в дом! А! Какого черта это было? Че он на меня напал? Ты в курсе дел? Ё-моё, опять что ли на какого-то черта? Откуда здесь взялись эти безумные маньяки? Ну, хотя я получил бесплатную бензопилу. Эх, дедов-дробовик меня хотя бы спас. Влад! Влад! А, что? Что ты кричишь? Безумные какие-то мужики опять на меня охотятся. Меня пытался запилить какой-то военный с бензопилой. Ой, вечно тебя какие-то мужики хотят найти. Градус, тут такое дело, он пришел не просто так. За твою голову опять назначили $1 000 000. Да какого черта? Может, хватит меня уже пытаться убить всем подряд? Что мне теперь делать? Поэтому нам надо спрятаться у меня дома, да. Да, думаешь, дом поможет? Ну хорошо, давай, допустим, спрячемся у тебя дома. Побежали домой к тебе. Побежали. У тебя вот небольшой дом. Конечно. Черт подери, это звук вертолета. Что? Неужели за тобой выставили вертолет? Да какого? А где? А ну-ка. Нет, реально! Прячься в дом, они не должны нас заметить! О, какого черта? За нами погоня! Прячемся быстрее среди деревьев! Куда мы будем прятаться от вертолета? Нет! Он почти попал! Давай, спрячемся среди листвы! Мы не собьем его одним дробовиком! Давай, надо в шахту! Черт! Рано или поздно у него закончатся патроны! Давай, найдем шахту и спрячемся в нее! Давай, Влад, прыгаем сюда, пока нас не достали! У меня немного хп! Так. Не помри! Спускайся быстрее! Да я умру сейчас! У меня одно сердечко! Я сейчас перекушу! Так, сейчас я быстренько отхилюсь! Все, я готов прыгать! Давай! Ой! Бежим! Черт! Он нас туда запихнул! Давай! Это было эпично! Мы спрятались вроде бы. Слышишь? Звук понемножку утихает. Улетает, что ли? Мы оторвались. Вот так повезло. Давай, здесь можно выйти. Мы его практически не слышим. Он туда куда-то полетел. Можем возвращаться домой. А зачем? Смысл, если тебя там будут сейчас искать? Да, ну а что остается делать? Ну, слушай, возвращаться домой и жить там, где тебя ждут, очень странно. Я думаю, тебе надо нанять каких-нибудь... Не знаю, охранников? Да, я откуда? Могу помочь с этим. Откуда я найду деньги на охрану? Да не переживай, тебе даже деньги не понадобятся. Просто надо будет их включить. А дальше они будут делать все, что ты скажешь. То есть это даже не люди? Нет. Вот, добро пожаловать. Это гараж моего деда. Здесь есть все, что тебе понадобится. Забегай скорее. Так тут же ничего нет. Тут просто разваленный гараж какой-то. Что это, Влад? Это есть те самые охранники. Если ты их запустишь, они будут делать все, что ты скажешь. А именно охранять в данном случае. Ну, давай проверим. Так, подожди, только не будь здесь, иначе они подумают, что нужно охранять тебя. Хорошо. И включаем. Живые! Быстро за мной! Ля какие! Они послушные! Ваша цель — охранять меня от любой напасти, которая попытается меня убить. А что тут происходит у вас, а? Джек, на меня, за мою голову опять назначили награду, и меня теперь пытаются убить. Меня уже пытался какой-то маньяк с бензопилой запилить. Ой, кто меня ударил? Это я ударил. Зачем ты всем говоришь, что за тебя назначено $1 000 000? Я не говорил, что за меня назначено $1 000 000. Я сказал просто, что за мою голову назначено миллион... Ой, долларов, просто доллары. Да. За него голову назначено $1 000 000, прикинь. Уф, за его голову целый миллион дадут? Да я буду первым, кто тебя убьет. Иди сюда, противник обнаружен. Действительно, рабочая система. Они меня охраняют. Хоть и убили утенка Джека, но ничего страшного. Главное, что я любимый цел. Все хорошо, тогда мне можно ничего не бояться. Спасибо, Влад. Девчонки, за мной. Вернемся тогда к привычным нашим делам. Мне нужно было отправиться в шахту. Только... Я потерял ее. И так дело не пойдет. Я покажу ему. Этот $1 000 000 будет моим. Эти дамочки его не спасут. Более того, я бы хотел, чтобы у меня были личные подружки такие. Отлично. У меня броня есть, работа идет, а девчонки меня охраняют. Теперь я могу быть абсолютно спокоен. И теперь ничего мне не угрожает. А! Боже мой! Какого черта это было? Противник обнаружен. Они разобрались с ним. Это было страшно. Блин, начался дождь. Надеюсь, вы из нержавеющей стали. Давайте за мной возвращаемся домой. Нужно будет спрятаться от дождя, позаготовить себе перекус и пойти дальше себе добывать алмазы. Догоняйте. Вы смотрите, как стильно они бегут. Черт подери, нас уже поджидают даже здесь. Придется убегать, девчонки, вперед! Делайте всю грязную работу за меня. Что ты стоишь? Все, ты мой живой щит. И этот сюда проник. Окей. С ним разобрались. Ну, слушайте, в воде вы побывали, под дождем побегали, вроде бы вы действительно непромокаемые. О, еще один со снайперкой и болтовкой. Вперед! Их сразу двое! Давайте, ногами их! Молодцы, все хорошо. Значит, можно теперь в полной безопасности находиться в своем пустом доме, кушать курятину и ждать, когда наступит день. Я слышу еще один неприятный звук. Это случайно не вертолеты вернулись? Наконец-таки я прилетел на вертолете, теперь тебе уж точно конец. Нет!
Черт! Ломай его дом. Нет! А, по дому стреляют! Черт, они все разносят! Роботы! Что? Они стреляют из лазеров! Какого черта здесь вообще происходит? Они окружили меня со всех сторон! Прячемся в дом, быстрее! Так. А, они уже и этот дом сносят! Эти девчонки хоть что-то смогут сделать с таким-то противником! Там такое месиво происходит! Черт подери, вертолеты стреляют! Ну нафиг эту деревню, я побежал, надеюсь, вы не будете тупить и будете бежать за мной, давайте! Они вроде бы с вертолетами разобрались, ну, почти со всеми. А, он быстро догоняет меня! Это уже какой-то спидран происходит! И куда ты от меня не денешься, гаденыш? Миллион будет моим! Нет! Иди сюда, родненький! Нет! Ой, мало! Зачем из лазера? Нет, только не по крылышкам! Вы его сбили, отлично! Все, он разорвался на куски. Будем искать себе новый дом. Влад был действительно прав. Это тупость возвращаться туда, где тебя и начали искать. Вижу какое-то новое укрытие. Может, там хотя бы я смогу скрыться? Выглядит как надежный защищенный контейнер. Но здесь кто-то есть. Я могу их немножко, конечно, с бензопилы и дробовика пофигачить. Но у вас есть лазер, у вас есть супер ноги. Давайте разберитесь с ними, а потом я приду. О, да, вот молодцы. Хорош. Вот так вот фигачьте их лазером, бейте ногами. Все, что можете делать, делайте. Ну, а я, естественно, зайду уже, когда здесь все будет зачищено. Хорошо, еще и тут всяких прибамбасов залутаем. О, новый костюм. Замечательно, можно приодеться. Все, противников нету, а мы тут можем веселиться. Ой, как вы тут смирно стоите. Ну ладно. Что нам ждать? Мы все залутали, а, черт подери, уже ночь наступила. Значит, что, подруги, вы станете вот здесь и будете меня охранять. А я буду здесь спать. Хотя, чего уж вам двоим там меня охранять? Давайте так, одна из вас, какая же из вас, вот это в кофточке, пойдет, да будет мне еды. Вперед. Тебе конец тут, че? Даже уже здесь за мной следят? Мы только разобрались тут со всеми. Кто это мог сделать? Кто мог поставить? Сломай эту табличку. Сломай при мне. Так, во, другое дело. Теперь здесь как-то нужно, я не знаю, обезопаситься, сделать укрепрайон. А одних вот этих вот близняшек будет мало. А вдруг, если ко мне кто-то в невидимости прибежит, что я буду делать? А, буду спать, а он меня так ножом. Ладно, неважно, хочу выспаться. Ну ты что, красивый? Все, готов. Ты спи. А! Что? Как он проник сюда? Как вы его могли пропустить? Фух. Пронесло. Вам бы какие-нибудь, я не знаю, тепловизоры установить, чтобы вы видели, когда кто-то в невидимости проходит. Не, ну я после такого вообще уже не усну. Ты, кстати, это, еды принесла? Куда ты пошла? Ага, уже в печку все положила. Молодчинка. Значит, так, еще последний кусочек пережарим. Костюмы у меня целые, в принципе. Свининка пережарилась. Выдвигаемся дальше. Интересно, я могу на кого-то из вас сесть? Ну, вот так, чисто... Не могу, к сожалению. Были бы вы мне вместо лошадей еще. Мне нужно так быть уверенным, что никто за мной не охотится. Так что ваша задача осмотреть периметр, чтобы я спокойно мог... Какого фига вы его пропустили? Откуда-то он взялся? Черт, у меня опять мало хп! Как мне отсюда убраться? Божечки ты мой! Что там происходит? А, ну я пока что посмотрю, пока они там сходят с ума. Один идет ко мне. Он что, меня увидел? Он меня увидел. Ты, чувак, это, тебе что, плохо? На, вот, все. Мы справились с очередным штурмом за мной. Ну, вроде бы это будет продолжаться бесконечно. Еще и молния пошла. Хоть бы эту ночь хотя бы пережить. Ну чё, вы провели разведку? Отлично. Вот, правильно, на разведку. А ты не отходи от меня. Будешь меня охранять вот вблизи, да. Да, прекрасная погода. Там, кстати, это по свинке молния попала. Теперь у нас есть свиноп-зомби. Да, полностью с тобой согласен. О, ты уже здесь? Туда надо идти, да? Хорошо, туда и пойдем. Значит, там мы и найдем новую деревню. Фух, мы нашли какие-то гаражи. Уже и день наступает понемножку. Ну что ж, дамочки, прошу вас, заходите первыми. Посмотрим, что там есть. Вот там, кажется, кто-то есть. О, там реально есть зомби. Не-не-не, вы с ними разберитесь в первую очередь. Все, вроде бы все в порядке. А тут есть еда? Ну, ты с ним справишься. Не, только уголь. Ну ладно, будет чем пожарить. Опять вертолет! Вы окружены! Да сколько можно? Где он? Градус, я знаю, ты меня слышишь. Слушай меня внимательно. За твоих подружек металлических готовы заплатить уже гораздо больше, чем за тебя. Поэтому либо ты мне их выдаешь, либо мы забираем силой вас всех. Мы без боя не сдадимся. Пошли в жопу. Так. Я знаю, что ты так скажешь. Ты пожалеешь. Так, девчонки, у меня есть гениальный план. Вы выходите наверх, сражаетесь, а я копаюсь вниз. Давайте. Ага, они уже вышли. Все, отлично, месяц. Началось.
Вы сами выбрали свою судьбу. Парни, забирайте их. Давай. Долби лазерочками. Ой, погодите-ка, у них же тоже лазеры. Вы жалкие черви. Я за что вам заплатил безумные деньги? Ничего не можете. Я сейчас сам их испепелю. Надоели мне бездари эти. Хорошо смеется тот, у кого большая пушка. Я пережил это? Что там были за взрывы? Так, а ну-ка. Ой-ой, пора делать ноги. Эй, ты, что ты палишь? Забирай свой металлолом, а я пойду отдыхать. Ладно, а я пойду. Кучу времени у меня отнял. Тем не менее, за мной больше не охотятся, я доволен. Давай там, тебе удачи. О, что это там? Ой-ой. 3 миллиона на счет.